Когда-то рядовая отраслевая конференция в Дубовицком Малоархангельского района за 15 лет выросла в международный форум. Сегодня здесь снова собрались теоретики и практики со всей страны, чтобы обсудить перспективы развития сферы и достижения. Опытное хозяйство «Щелковое Аграхим Дубовицкое» по-другому называют территорией рекордов. Здесь только высокоурожайные сорта и гибриды. Пшеница, соя, горох, подсолнечник и многие другие. А среди тех, кто приехал обмениваться знаниями и наработками, теоретики и практики со всей страны и зарубежные гости. Мы самые первые, наверное, приехали, спешили. Очень интересно посмотреть. Зона у нас все-таки разная, зональность, как погодные условия. Год сложный сложился здесь, как у нас. Много нового узнали. Это прежде всего дает такой синергетический эффект, как для тех, кто занимается производством техники, удобрений, как вот мы здесь находимся на площадке «Щелково Аграхим», одного из лидеров отрасли, так и для нас, как сельхозтоваропроизводителей, мы тоже для себя узнаем что-то новое. Эта территория показывает, каких вершин может достичь человек, вооруженный передовыми идеями и технологиями, сказал генеральный директор «Щелково Аграхим» академик РАН Салис Каракотов. Здесь мы покажем, как мы преодолеваем свои ошибки. Мы избавляемся от ошибок, от заблуждений, от неверия в свои силы. Мы избавляемся от нашего постоянного озирания на Запад или на Дальний Запад. Мы избавляемся последние годы от неверия в свои силы. И здесь каждый год будет демонстрироваться все больше и больше эти наши возможности. За последние 5 лет производство продукции сельского хозяйства в Орловской области увеличилось в 2,5 раза, подытожил Сергей Борзенков. Совсем скоро орловские аграрии приступят к уборочной. Прогнозы оптимистичные. Сделано очень много, и на сегодняшний день есть все основания говорить о том, что Орловская область получит урожай не, как мы говорим, не хуже прошлого года, а лучше, несмотря на то, что мы понимаем, что у соседей есть определенные проблемы, когда морозы захватили, засуха. Мы имеем все основания говорить, что у нас эти последствия минимизированы трудом наших людей, трудом ученых, трудом тех людей, которые сегодня рядом с нами находятся. Технологические решения для российской селекции, перспективы развития рынков растениеводства, производственная база предприятий. Эти и другие темы аграрии обсудили в деловой части агрофестиваля. Ну, учиться никогда не поздно, учиться всегда надо. И поэтому обмен мнений. И это очень важно для любого специалиста. Аграрная неделя продолжается. Главным ее событием станет День поля. 6 июля достижения науки и селекции представят на площадке Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур. Праздничная программа стартует в 10 утра и продлится до позднего вечера. На выставке и дегустации «Сделано в России, выбираем Орловское» можно будет попробовать все самое вкусное. Все, что произвели в нашем регионе. Наталья Пехтерева, Валентин Худокормов, телеканал «Первый областной».